Так вот там, блядь, документы еще сдали, военник, паспорт я сдал, сука. А он в лагере остался в Беларуси, нахуй. И там, как ни на охране никого нет, он говорит, все разъебали у нас, нахуй, кто-то, нахуй. Идущие мародеры, это первый батальон, или кто там еще стоял, тыловики ебаные, нахуй, там. Пиздец, ни паспорта, ни денег, ни хуя. А так а почему военник с собой даже нельзя? Да хуй все сдавали кого-то, нахуй. Нахуй так я а там его. Же кто-то у вас должен был один на охране-то быть. Так был на охране, он съебался или кого хуй, пойми его, кто там оставался, вот, в Питере где-то там проебался, в Питер уехал, потом старшина был там, вот с геморроем он нахуй, хуй пойми, короче, его в конце никого там не было. А карточка-то до чего-то у тебя там тоже или с собой? А? Карточка-то с собой? Да с собой вот только военник и нахуй паспорта. Ну, потому что я с этих-то карточек-то все сняла, потому что здесь же, блядь, все уже вскрывали, Валберис, да что все, нахуй, сетовали деньги-то. У меня, блядь, на Ростелеком с моей карты, нахуй, сетовали, начали снимать. То отмена, то, блядь, след, то я все пошла, сняла, что атаки-то ебашат. Ты мне позвонишь, я тебе потом закину на Сбербановскую тебе карту. Все равно пожрать же все надо будет тебе взять. Вещи-то, какие вещи-то у тебя там, блядь, поди уж, все вещи-то разъебали, нахуй. Ой, лучше бы нахуй здесь стояли бы, да стояли бы в пизду.